С сегодняшнего дня полицейские вновь начнут пользоваться радарами. В течение первой недели до 15 числа нарушителей штрафовать не будут. Их ждет устное замечание. После этого лихачей ждет административная ответственность. Полицейские уверяют, что будут использовать аппаратуру нового поколения с высокой точностью замеров. Допустимая погрешность скоростного режима плюс 2 километра. То есть это точность, это фото, это видеофиксация. Это не те старые, устаревшие, когда-то бывшие в работе госавтоинспекции приборы, которые, скажем так, работали на глаз. Здесь фиксируется автомобиль, фото, видеофиксация, номерные знаки также видны. И то есть та доказательная база, которая должна быть, она будет. Три радара, которые есть сейчас в арсенале патрульной полиции, круглые сутки будут работать на Киевской, Ренийской и Николаевской трассах. Перед шестью постами установят знаки. Штрафы за нарушение скоростного режима повысились. За превышение скоростного режима более чем на 20 км в час штраф 255 гривен. Если это более 50 км в час, то штраф 510 гривен. Все приборы прошли проверку и сертификацию. В случае необходимости полицейские готовы на месте показать разрешительные документы. После отработки междугородних трасс радары могут отправить на контроль городских дорог.